20 ноября полицейские в штатском и черных масках задержали директора азербайджанского онлайн-издания Абзац Медиа Ульвира Санлы, когда он выходил из дома. Он маскалыйды. Gözümü de orada taksidi diye sana vurdular. Sonra polis idaresine geldi. Polis idaresinde orada bir mübahise düştü. Mübahisinde bir yumruk vurdu, biri de tepih vurdu. Peşin ondan sonra kalktı. Kalkandan sonra. Söhbətlər. Niyə Qarabağdan yazmırsınız? Niyə korrupsiyadan yazırsınız? Niyə Qarabağdan yazmırsınız? Belə söhbətlər. Əyanın ki, Abzasla bağlı. После задержания Ульвира Санлы в офисе Абзац Медиа провели обыск. Оперативники утверждают, что в ходе обыска со шкафа, стоящего в коридоре офиса, было изъято 40 тысяч евро. В тот же день распространилась информация, что задержан также замдиректора Абзац Медиа Мухаммед Кикалов. Но не было никаких сведений о том, где и в каких условиях он содержится. Главный редактор Абзац Медиа Семич Вагифкызы была задержана полицией в самолете сразу по возвращении из зарубежной поездки. Sevinç tələb edəndə onlar özlərini təqdim etdilər ki, Bakı şəhər baş polis idarəsindən artıq oradan belə qısa bir qapı vardı, oradan Sevinci çıxartdılar və apardılar. İz aeroporta polisiya atezla Sevinç Vagifqızı na obıst v yor kvartiri. Как сообщает адвокат Эльчин Садыгов, в ходе длившегося более двух часов обыска оперативники не обнаружили ничего, относящегося к делу. Против руководства Абзац Медиа возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 Уголовного кодекса. Суд избрал в отношении Ульвира Санлы и Севинч Вагифкызы меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Молчание по поводу замдиректора Абзац Медиа Мухаммеда Кикалова было нарушено лишь спустя 3 дня после его задержания. Адвокат встретилась с ним в полицейском управлении, после чего сообщила, что Кикалов отказался от ее услуг. Близкие Мухаммеда полагают, что он сделал это в результате давления. В его отношении также избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца. Сотрудники Абзац Медиа, а также члены семьи руководителей сайта были вызваны в полицию для дачи показаний. 1 декабря решением Хатаинского районного суда в отношении сотрудницы Абзац Медиа Наргиз Абсаламовой также была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Против нее, как и против руководителей Абзац Медиа, возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде. Журналистка не признает предъявленные ей обвинения и связывает арест со своей профессиональной деятельностью. Ранее Наргиз Абсаламова была допрошена по уголовному делу, возбужденному в отношении руководителя Абзац Медиа, в качестве свидетеля. 30 ноября ее вызвали вновь для дачи повторных показаний и больше не отпустили. Протокола имза атаркен он билдирди ки мен хечбир джинаят амал төрәтмәмишем, иттамда гөстәрләнләре айдиятин йоқту ва хесап элирәм ки мен журналист фәалиятимә гөрә тәгиб алынурам. Хәбсин сечилмәсе өчен ве мәхкәмәгә тәкъдим эдилән мустантик тарафыннан вәсатәттә хәбсин зарурәте белә әсасландырылып ки качакмалчылык ише үзрә, яни билдиемиз о ише үзрә Севинч Абасова, Ульви Хәсәнли, Мәхәммәт Кекалов ва Наргиз Абсаламова дигәр шәхсиятләре хәзердә араштырылган шәхсләрлә бергә булып, бергә бер групп шәклендә төрәдиләр ва Наргиз Абсаламова һәмин шәхсләрнең ифша ителмәсе өчен истинтага көмәк итмәдегенә күрә истинтак белә хисап эләр ки, әгәр ул азатлыкта каларса, һәмин шәхсләрнең әлагыгә гирәр ва аларның истинтактан гизләнмәсенә, яйынмасына шәрайит ярар. Незадолго до ареста журналистов государственное телевидение Азербайджана и провластные медиа распространяли информацию о существовании в стране шпионов США. Близкие к правительству круги также поднимали вопрос о необходимости ареста американских шпионов.
Охлаждение отношений между Азербайджаном и США связано с 907-й поправкой, которая с 1992 года усиливала напряженность между двумя странами. Дело в том, что Конгресс США внес поправки в акт о поддержке свободы, мотивируя это оккупацией Карабаха и блокадой проживающего там армянского населения. Эта 907-я поправка запрещала США оказывать Азербайджану прямую государственную помощь. Азербайджан стал единственной из постсоветских стран, которая была лишена этой помощи. В 2001 году Сенат США предоставил президенту право приостанавливать действие этой поправки, что и делали с тех пор все американские президенты. Но 15 ноября 2023 года во время своего выступления в Конгрессе помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен обратил внимание на операции, проведенные Азербайджаном в сентябре в Карабахе, высказался о недопустимости дальнейшего приостановления действия 907-й поправки. Этот шаг он связал с отсутствием прогресса в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Правозащитник Расул Джафаров говорит, что в прессе, в парламенте Азербайджана и в заявлениях отдельных высокопоставленных лиц упоминались страны, которые препятствуют заключению мирного договора, и выражалась особая озабоченность тем, что США и Франция фактически не позволяют Армении заключить мирный договор, а наоборот, своими действиями еще больше усугубляет ситуацию в регионе. Абзас медианын тәмсилчиләренин хәпси мәсьәләсене бу контекстдә görürük. Әсендә һеч буны belə deyək, burada biz Amerikada kəşf etməmişik, çünki mətbuatın özündə belə hətta bir anons verildi ki, hə, artıq müəyyən bir, mən söhbət Azərbaycan televiziyasına gedən reportajdan danışıram, orada bir anons tipli bir mesajlar oldu ki, onda əgər madam ki, bizə bu ölkələr imkan vermir sülh müqaviləsinə bağlanmağa, onda biz də həmin ölkələrə qarşı nəsə etməyə çalışırıq, başlayacağıq. Və onun kontekstində bax bu deməli həbslər oldu. Və bizim də mövqe vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı olaraq ondan ibarətdir ki, geopolitik vəziyyət və yaxud da geopolitik mübahisələr heç bir halda hüquq və azadlıqların pozulmasını da gətirib çıxarmamalıdır, ondan nəticələnməməlidir. Ad qoyub, yəni label-laşdırıb ki, hə, siz məsələn kimsə agentdir, kimsə xarici ölkəyə işləyir, kimsə burada hansı ölkənin maraqlarını təmsil edir. Bu yanaşmanı biz tamamilə səhv yanaşma hesab edirik. Abzas Media xəbər portalının rəhbəri Ülvi Həsənov, baş redaktor Sevinc Abbasova və layihə koordinatoru Məhəmməd Kekalov barəsində. После ареста руководство Абзас Медиа проправительственные СМИ продолжают развивать тему, утверждая, что в стране были обезврежены шпионские сети. Qarabağda əkin-biçinlə məşğul olan şirkətlərin içərisində prezidentin qızlarının Абзас Медиа публикует в основном расследования, касающиеся бизнеса президентской семьи и находящихся в подчинении у президента чиновников, а также строительство в Карабахе и работающих там компаний. Многие считают, что именно поэтому Абзас Медиа и оказался под прицелом. По словам юриста и медиа-эксперта Алискира Мамедли, с помощью принятого в 2021 году закона о медиа правительство пытается взять под контроль все СМИ. И критическим медиа здесь места нет. Абзас медиа – тенгитчи медиа нюмунесиди. Ва бу бахымдан тенгитчи медиа олдугу учун, даха чок тенгиди аспектлере дикет чектиги учун. Эйни заманда коррупция араштырмаларын хусусиле кабарттыгы учун, ягин ки бу чарчивэде кимисе тырнак арасы хэтирине дейп ва она гёре bu proses baş verdi. Əlbəttə orada həbs olunan gənclərin mən hər hansı bir günah olduğunu düşünmürəm və ittihamın heç də obyektiv sübutlar çərçivəsində formalaşacağını da düşünmürəm. Bu media azadlığına, ifadə azadlığına konkret olaraq birbaşa baskı kimi qiymətləndiriləcək bütün dünyada, o cümlədən də Azərbaycanın gerçək, real cəmiyyətində bu belə anlaşılır. Mənim peşə fəaliyyətimə mane olmayın. Çəkil oyanın. Çəkil oyanın. Çəkil oyanın.